Проект федерального бюджета на 2016 год обсудил Дмитрий Медведев с руководством «Единой России». По словам премьер-министра, задача документа, цитирую, «покрывать запросы россиян, вписываясь при этом в возможности экономики». Медведев также поддержал инициативу «Единой России» провести в 2016 году вторую индексацию пенсии, а также предложил зафиксировать в бюджете статью о программе развития школ. Средства на это могут быть выделены в том числе из антикризисного фонда. Бюджетные условия весьма сложные. Бюджет жесткий, как принято говорить, он отражает текущую экономическую ситуацию в нашей стране, отражает те подходы, которые мы с вами неоднократно обсуждали, которые позволяют, с одной стороны, решать насущные социально-экономические задачи, но, с другой стороны, которые основаны на оптимизации расходов. По понятным причинам мы все заинтересованы в том, чтобы федеральный бюджет позволял решать те задачи, которые ставит перед собой партия, и те задачи, которые, ну, по сути, формируются нашими гражданами.